А, то есть ты меня сейчас снимаешь, да? Я тебя снимаю. Это АСМР? Нет, это острые чипсики. Чё, шо это такое, а? Шо это вот за хи***, Ну, это дом. Это, помнишь, мы дом, который строили? Это вот это он. Я строил гениально красивый дом. Это вот это вот шо, вот это вот шо это? Это труба. Какая нахрен труба? Вам в ту трубу. Стой, стой там, стой там, стой там. Стой. Ты стоишь? Ты сейчас стоишь там? Ты сейчас стоишь? Ты стой. Ты главное стой. Что тебе надо? Привет. Я здесь. Зачем ты это сделал? Ну смотри, короче, мы с тобой полезем в эту трубу, потом мы по этой трубе Я не будем... полезу ни в какую трубу. Ты Мы что здесь? думаешь? Я просто так ношу кандибобер? Ну у тебя нет кандибобера. Как это? Ну ладно, есть. Сейчас будет, все есть. Это не означает, что я балерина. Аллах Акбар. Джека, как куда? Вот куда ты начинать пошел? Ты вот понимаешь, ты построил кучу всякой хрени, да? Ну. А крышу ты умудрился достроить, не умудрился, да? А Вот что это? фермы пшеницы нету, понимаешь? Почему нету фермы Да я не пшеницы? успел, сейчас тебе покажу. Какая серия проклятого Майнкрафта? У тебя нету фермы пшеницы? Ну это же проклятый Майнкрафт. Господи, с кем мне приходится работать? Я вообще не понимаю. Здорово, с вами я, Жека, и добро пожаловать! Проклятый Майнкрафт! Иди нахрен! А Это ты по серию меня не было, все испортил. Так я ничего и не изменял, тут крыша-то как Вот была. именно! Что это? Почему ничего не сделано? Ты кем занимался вообще? Сейчас покажу, пошли, покажи, покажу тебе. Трубу построил, которая нафига она нужна? Да она нужна, подожди. Там я улыбаюсь, смотри, видишь? Где? Вон там вот. Это ферма свеклы. У меня вопрос. Ну. Как бы, как говорится, у меня слишком много вопросов, мало ответов. То есть, смотри, ты сделал ферму свеклы, да, вот буряка, вот это вот Галимова. Но не сделал ферму пшеницы, чтобы сделать крышу Смотри, дома! объясняю. У вас труба из фиолетового стекла. И для фиолетового стекла нужен красный краситель и синий краситель. А я вот, я тут выращиваю красные красители, понимаешь? Нахрена там труба? Ну, труба, чтобы по ней плыть. Это еще не все. Пошли сюда. Не пойду я туда. Заходи сюда. Я тебе шо? Вот это вот Заходи. самое. Я тебе шо? Я Ну, млекопитающее, а не заходи вот это вот. вниз, вот сюда. Я не рыба какая-то, а Да. млекопитающее. Да кто тут млекопитающие и живут вообще-то. Истите молоко пил когда-нибудь? Смотри! Кто это? Это дельфины, смотри, они нам нужны для того, чтобы они давали грацию Ты что, волн. дурак? Ты построил дельфинарий? Ну нет, они это временное место жительства их. Скоро они будут жить в нашей трубе. О, господи. Подожди, я хотел кое-что показать, очень важное. Короче, смотри. Опа, видел? Еще вот здесь, опа, видел? И Ты вот сейчас типа здесь. такой лайки показываешь на камере, а я тебе в самом Майнкрафте должен тебе сейчас подыграть, Не-не-не-не-не, там комментарии, что типа накорми дельфинов сырой треской, и они размножатся. Понял, А да? про лайки ты... Какие... Досрать я хотел! Давай лайк! Хорошо, давай будем обмениваться. Я тебе 3 лайка, а ты мне 4, давай. Дельфинов размножать нельзя. Давай, все, я тебе дал 3 лайка, ты мне 4 сейчас. Алло, дельфины не размножаются. Так я вам про это тебе и хотел сказать. Они же эти... Мне все в комментариях написали, что они размножаются сырой треской. Я вот кормлю их и все. Нет, если их покормить сырой треской, они тебя приведут к кладу. А, ну вот, короче, нас наеб. Все, выходим. Тут весь прикол в том, что нам нужно много дельфинов, а у нас как бы дельфинов немного. Поэтому мы сейчас с тобой пойдем за дельфинами, ты понял? Ты слышал когда-нибудь, как казахи рэп читают? Нет, спасибо, я не хочу слушать. Держи, тебе поводки, вот, возьми. А Смотри, зачем вообще вот это ты делаешь? Зачем? чтобы быстро, вот сейчас мы видишь, мы летим, а так мы будем по трубе, прикольно, да? Ой, дом, любимый дом, пошли поспим. Все, мало Ой. того, что там говно получился, так он еще трубу к нему приделал. Вот какую-то огромную. Какой-то катализатор. Нет, не катализатор. Как вот это вот называется, где какашки плывут? А нам что, куда? Мы прям в океан идем? Да, мы прям в океан идем, мы А плывем. океан, я ты в курсе, что это самое познавательный контент опять? Минутка познавательного контента. В курсе, что в океан неисследованная часть Земли? Вот мы, а мы по специально мы ее сейчас исследуем. Садись в мой портал и поехали.
Куда ты там полетел? Догоняй меня, догоняй. Давай, садись. Я пловец просто. Я понял. Игорь, Ганик, вот они здесь, Игорь, бери поводок. А ты еще дельфины, это тоже млекопитающие. Да, я тебе про это и говорю, что у нас в бассейне или млекопитающие. Вот видишь, как я сейчас привязал дельфина, вот так же привяжи. Стой, да я привяжу, стоять, куда они плывут? Вяжи дельфинов, вяжи их. Ах ты, селедка поганая. Где-то еще были, я видел где-то еще дельфинов, пошли поищем. Да, где-то... сколько там вообще дельфинов в твою трубу? Вот смотри, там нужно примерно 30 дельфинов, но мы хотя бы с тобой давай вот хотя бы по 3 каждый привезем. И нормально, поплыли, еще поищем. Я вижу дельфина, стой. Давай, держи его. Так, погоди, я его привяжу. Привязал, у меня. Нет, три. Я. Да это мой дельфин! Все, теперь мой. Игорь, вяжи их, пока не уплыли. Вон, слева от тебя, и справа, и снизу, и сверху. Ну, давай, иди сюда, да они у меня убегают. Давай, еще одного и поплыли. А утопленник, он меня сожрет. Не лезь, блин! Прости, я его бью. У меня проблема, у меня 2,5 сердечка, я тону, за мной. Я утопленник. Я ударил дельфина, подожди. Все, у тебя 3 дельфина, дай посмотрю. Нет, я не знаю. Так у тебя 2, вот. На меня напали какие-то мошки. Да подо мной плавает, ты можешь его подобрать? Да я, подожди. Да вон, плыви. Я пытаюсь, да, иди сюда, во. Ты не привязал. Один отвязался. Ты его не привязал, да, ты старый. Привязал. Давай, все, привязал? Да ты не привязал. Ты тыкаешь на своего дельфина, а не на того. Там еще один плавает, погоди, я пока еще одного привязал. Во, все. Все, сейчас я четвертого, погоди, сейчас бабахну, вот он плавает. Да тварь. Все, тварь. Я поехал. Все, я тоже привязал. Все, поплыли до дома. Все, теперь нам нужно домой. Как ты идешь? А, ты... Смотри, я смотрю, как я быстро. Видал? Это все дельфины. Поехали. А, подожди, а можно сесть? Ну, поехали. Давай. Все, поплыли. Что-то, мне кажется, они сейчас отвяжутся. Они не отвязались даже. Капец же. Ты бы знал, что внизу происходит. You spin me right round. Прикольно. Давай, поплыли. Довольно поплыли. Мы поплыли, ёпросте. А мы плывем. Да, мы уже плывем. Игорь, это я называю, знаешь как? Это называю это... Млекопитающие. Да, это называю млекопитающие, да. Все нормально. Если вы такого не видели в жизни, вы странный человек. Это вполне адекватно, когда вот мы... Это прогулка с дельфинами называется. У меня третий дельфин решил в воде жить. Может, не надо? И сюда, говно! Подожди, а где мои... А, все мои на месте. Ты сейчас их убьешь. Давай, вы там... Блин, он цепился, Игорь подцепил. Пусть там пока посидит. Ну он ладно, цепляется, он ладно, хрен с ним, все, пошли. Вот здесь нужно аккуратно, вот здесь, блин, максимально аккуратно. Погоди, слушай, а давай мы лучше, знаешь, как сделаем? Вот ко мне иди. А вот что, здесь. Нормально, дельфины в лаве не плавают, что ли? Нет, они только в воде, к сожалению. Она же жидкая. Пошли за мной. Почти дошли. Ты понимаешь, что мы почти дошли? У меня почему-то 3 дельфина или 4. Я не знаю, сколько, ладно, хрен с ним. Короче, Игорь, я вначале их тащил по этому. Нет, это плохая идея, я тебе заранее говорю. Я тебя предупреждаю, это очень плохая идея. Я тут где-то сделал лифт, я не помню где, но я где-то его сделал. У меня 2 дельфина, один что, умер? Я не знаю, видимо. Я один, вон, отвязался, и он купается. Где-то здесь... А, вот вход, вот, я сделал, вот, смотри, сейчас мы тут немножечко раскопаем, сделаем им дорожку, нормально. Ты меня заколебал, давай быстрее, пока они не сдохли. Да вот, залезай сюда. Я тут третий дельфин опять просрал. Так, подожди. У меня уже один поехал наверх. Блин, я уже здесь... Быстрее, у меня купаются, дебил, вылезь! Куда? Капец, Джека, что ты вот... Что? Откуда это вот это? Сейчас, подожди, мы уберем это. Сейчас все будет. Тут есть еще дельфины? Вы тут есть? Пойдем быстрей. Куда? Тащи. Мои там уже наверху сидят. Давай, своих. Ты давай. Игорь, я привязал, по-моему, твоих дельфинов тоже. Ты что, украл моих дельфинов? Я украл твоих дельфинов. А ты хочешь их не переименовать? Они, по-моему, диспавнятся. Ну, а те же не задиспавнились, которые как предыдущие серии. Тихо! Не помирайте сейчас, главное. Все.
Один убегает, падла. Лови, я пока их запикиваю. Пацаны, за мной! Пацаны, вам вот сюда, давайте! Давайте, мои сладенькие, хорошенькие, давайте! Они не хотят, они хотят жить в аквариуме. Все, 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 они все в аквариуме, все, супер. Отцепи его, отцепи его. Все, пошли сюда, пошли сюда. Я отцеплен один. А, да? Сейчас я его отцеплю, погоди. Где он? Да просто выйди, оно само оторвется, дебил. Все, все, все. Игорь, мы с тобой привезли дельфинов, но это еще не самое главное, потому что вот внимательно посмотри сюда, подойди сюда, подойди сюда. Ты где там? Я понимаю, тебе уже плохо, я понимаю, но надо, надо, понимаешь, смотри, видишь труба, видишь трубу? Угу. Она не достроена, понимаешь? А куда она строится? Она вот до старого дома. Это ты все типа свалил, да? Это типа ты вот это вот все собираешься строить, да? Да, да. Ну, это самое, удачи. Короче, еще так. Долгих лет жизни. А ты от меня так просто никуда не денешься. Иди сюда, иди сюда. Прикол, понимаешь, в чем? Прикол в чем, знаешь, в чем? Где я? Я за кадром решил подобывать немножечко песочек. Я его добыл, он у меня сейчас как раз весь переплавился. Но я его еще не покрасил, потому что я хочу сделать всю трубу из фиолетовую. А для этого нужно много фиолетового красителя. Ты где? В трубе. Молодец, давай, вылазь, вылазь. Привет. Давай, давай. Оп. Смотри, короче, сложи вот то, что ты взял из сундука. Вот, спасибо. Ну это не совсем, конечно, то, что я просил. Короче, я делаю фиолетовый краситель. Я делаю фиолетовый краситель, Игорь, погоди, сейчас я скрашу нам кучу фиолетового стекла, и мы с тобой пойдем. О, печеный картофель. Ты строишь какую-то хрень, еще неправильно. Подожди, а ты не там делаешь, ты не ту... А, ну да, все нормально. Короче, Игорь, смотри, нам нужно придумать, вот... Нам нужно поворот еще будет сделать, ты понимаешь? Так, короче, я как понимаю, у нас стекла вообще нифига нет, и у меня он уже почти закончился. Осталось 50 штук. У тебя там нормально? У меня очень много. Да? Нормально, ты вообще круто. Ладно, ты там как достроишь, позови. Хорошо, а ты можешь мне хотя бы лайков поставить? Так, ну, какой-то в говне, но с лайками, можно, пожалуйста? Так уж и быть. А можно еще? А еще? Ну, ребят, что-то мне мало дает, поэтому поставьте вы лайк, пожалуйста. У меня самого мало лайков. Вот, поэтому ставьте нам лайки, заходите на канал Игоря, поставьте ему тоже лайка. Вот я мне 3 лайка поставил, вы ему тоже 3 лайка поставьте. Это меня парит, ребята, подписывайтесь. Подписывайтесь, тыкайте на колокольчики, чтобы не пропустить самый познавательный контент. И всем пока. Пока.